Новенькие велосипеды пока стоят без дела. Они еще пахнут резиной и блестят свежей краской. Но в прокате надеются, что так будет недолго, и современные горники быстро начнут осваивать Мозырские холмы. Цена одного часа велопрогулки – 40 тысяч рублей, а пользоваться байком в течение дня обойдется в 300 тысяч. Прокат не горного, а дорожного стелса будет дешевле – всего 25 тысяч рублей. Решение Мозырского районного исполнительного комитета, школе было выделено 50 миллионов рублей на приобретение велосипедов роликовых коньков. Мы приобрели 13 велосипедов и 20 пар роликовых коньков. Это нам позволит, во-первых, разнообразить учебно-тренировочный процесс отделения горных лыж, так как испытываем очень серьезные трудности в летнее время. А также приглашаем наших мозырян и гостей города приехать на нашу горнолыжную базу и взять на прокат наши велосипеды. Они не очень дорого стоят, а качество у них хорошее. Инструктор комплекса Денис первым опробовал железного коня. Опыт показал, он легко преодолевает Мозырские высоты. С сегодняшнего дня любой горожанин, предъявив удостоверение личности, может уехать отсюда на велосипеде. Кроме того, в прокате есть и роликовые коньки. Один час проката обойдется в 30 тысяч, а взять ролики на целый день можно будет, заплатив 100 тысяч рублей. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».